Добрый-добрый-добрый день, добрый-добрый вечер, доброй-доброй ночи. У кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала и здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. У меня к вам объявление. Сегодня в 20:00 по московскому времени я начну прямой эфир. Так как сейчас начинается со 2 числа сегодняшнего солнечное затмение, оно будет поздно вечером, и начинается коридор затмений до 14 июля. И мы с вами поговорим о том, что надо делать. Отвечу на ваши вопросы, если чат будет хорошо работать, я буду видеть ваши вопросы и буду отвечать. Поэтому собирайтесь за круглый стол, наша семейка. Вот видите, у нас круглый стол. В 20:00 я начну прямой эфир. Ну, может быть, плюс-минус, там сколько получится. Но в 20:00 по московскому времени я вас всех жду. На нашем с вами канале Вивьена Вивьен. И еще мы погадаем, и еще мы помедитируем. У нас есть время в прямом эфире. Заходите в 20:00 по московскому времени сегодня, 2 июля. А вам желаю всех благ. Приготовьтесь. Это не будет гадание, как гадание я сделаю прямо в прямом эфире. Мы посмотрим, что нам делать. Ну и вообще посмотрим, поговорим с вами. Мы давно с вами не разговаривали. Вы можете писать, а я вам буду отвечать. Жду вас. Всех вам благ, мои любимые и дорогие. Пока-пока. До встречи.